Продолжаем прогулочки по промышленной зоне в районе железнодорожной платформы Тесовская и станции Шелепиха. И здесь вот проходит улица с названием Ермакова роща. Никакой рощи тут давно уже нет и в помине. Но когда-то была названа по фамилии владельца, землевладельца данных территорий. Так, туда вот мы сейчас прямо двигаемся в тупик. Даже знак стоит, что это тупик тут. И здесь вот ведется железнодорожное строительство. Строят мост, который будет, по всей видимости, иметь отношение к четвертому диаметру. Такое здесь хитрое сплетение. На довольно длительном расстоянии четвертый и второй диаметр будут дублировать друг друга. А как раз таки в районе Тестовской и Москвы-Сити четвертый диаметр отвернет на киевское направление. Так, здесь довольно-таки узко. Ну, посмотрим туда, пойдем, что там находится. Теплоэлектростанция там вот есть. Ой, я знаю. Так, ну что, надо как-то это тогда тут. Тут из-за строительства этого сильно сузили проезжую часть и убрали тротуар. Люди с машинами оказались в одном пространстве. Так, ну это вот. Так, сейчас вот так вот. Здесь вот такая промзона. Она глухая. И ведется строительство четвертого московского центрального диаметра. Это не просто как запустить электрички, да, на первом и втором. Для четвертого диаметра нужно строить дополнительные пути, что сейчас и происходит. Курьеры не любят получать доставочки на улицу Ермакова роща, поскольку здесь нет никакого общественного транспорта и нужно идти пешком. Особенно если заказ в самый тупик. А такое у меня также бывало. Так, ну на МУЭСК это вот к этому. Туда, к второй магистральной туда. Так, здесь также вот таксомоторный парк, столовая. Вот она, это теплоэлектростанция. У нас больше распространены в городе теплоэлектроцентрали, где вырабатывается как тепло, так и электричество. У них обычно такие большие градирни. А здесь просто электростанция. То есть тут тепло не вырабатывается, а только лишь электроэнергия. Так, ну, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Постепенно подходим в тупик. Не знаю, пойду ли туда до самого тупика, но здесь вот такие промзоны со всех сторон.
и никаких рощ. Так, все. Достаточно, я думаю.